30 миллионов рублей незаконно потратили в руководстве Летного училища. В отношении директора Краснокутской Летки проводится проверка. По предварительной версии он мог нарушить закон сферы госзакупок. Ряд нарушений, которые предполагают уголовную ответственность, уже выявлены. Предположительно в конце 2012 года директор училища заключил с индивидуальным предпринимателем договор на организацию питания курсантов на сумму более 32 миллионов рублей. При этом соответствующего конкурса не проводилось.